уважаемые радиослушатели, вы слушаете еженедельную христианскую радиопередачу «Мессии Фрейдиштема», целью которой является распространение благой вести о спасении Иисусе Христе. Мы сердечно приветствуем вас, Слово Божие, из Псалма 118, стих 18. Открой очи мои, греха. Но мы желаем вам иметь Божий мир и любовь в ваших душах. Уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию тему под названием «Христе». Да, Христос Господь, и Он воистину достоин хвалы. Thank you.